Республика активно готовится к выборам в Государственную Думу и Госсовет Чувашии. Общественные ожидания обсудили на гражданском форуме, который приурочили к десятилетию Общественной палаты. Одна из ключевых тем форума – организация общественного контроля и формирование советов при органах исполнительной власти. Создание общественных советов – это важнейший шаг, поскольку они не обслуживают интересы отдельных властных структур, а действуют с точки зрения закона и справедливости. В прошлом году за общественной палатой Чувашской республики была законодательно закреплена возможность координировать деятельность общественных советов органов государственной власти и муниципальных образований. Общественная палата Чувашской республики, мы с вами уже все знаем, в этом году 10 лет. И за эти 10 лет, конечно же, общественная палата снискала и уважение, и авторитет среди общественности. Здесь собраны люди, как уже было выше мной сказано, неравнодушные люди, которые стремятся изменить ситуацию, люди, которые всегда готовы отстаивать свое мнение, аргументировать. Ну и, конечно же, та работа, которую проводит общественная палата, прежде всего опираясь на общественные объединения, конечно же, в итоге это очень масштабное действие. Именно благодаря тесному взаимодействию органов власти и общественной палаты в регионе запущены процессы централизации отдельных компетенций. Речь идет о кадровом обеспечении, информатизации, цифровизации и других направлениях, а это ключевой момент развития региона. Особую роль общественная палата и другие общественные формирования призваны сыграть в предстоящих выборах. Самое главное, чего ждут от выборной кампании все участники, что кандидаты будут честны и корректны, обсуждение их программ всенародно, а подсчет голосов прозрачен. Республика очень активно включилась в подготовку избирательного процесса. Это можно видеть и по линии Центральной избирательной комиссии республики, и по линии Общественной палаты республики. Созданы все условия для того, чтобы общественники Чувашской республики включились в процесс наблюдения, обсуждения всех стадий избирательного процесса и обеспечили должным образом открытость, прозрачность всех избирательных процедур. В республике создан общественный штаб, проводится обучение независимых общественных наблюдателей, членов избирательных комиссий разного уровня. Решается вопрос организации видеонаблюдения и информирования граждан. Федеральный эксперт дал положительную оценку практике соглашений, которые заключает штаб общественного наблюдения с представителями политических партий и авторитетных общественных объединений. Общественная сила республики готова включиться в организацию мониторинга, создание конкурентной среды, информирования избирателей. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Андрей Шуклев. Республика.